Дорогие, всем привет! Вы находитесь на моем таро-терапевтическом канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая, а это мои антистрессики. Я вам обещала, но, знаете, сегодня будет пробное видео, а потом я перенесу данный вид антистрессовых сеансов. Антистрессовый сеанс у нас сегодня с вами будет, дорогие. Перенесу на другой мой канал «Магия, психология, Таро». Можете пройти по ссылочке под видео. Кстати, мне сказали, что не всегда можно пройти. Ну, бывают, видимо, какие-то сбои. Значит, просто введите в браузере YouTube «Магия, психология, Таро». Вот. И, очевидно, вы перейдете на мой канал. Там собираюсь я очень много интересненького для вас сделать. Итак, сегодня пробная, первая премьера, да, видите, мои антистресс динозаврики, дракончики, драконята. Ну, это, конечно, не дракон, это динозавры, но мне их хочется чего-то еще и дракончиками обозвать. Вот такие милахи, вот такие лапулечки они. Давайте сейчас, это, наверное, все-таки у нас, может быть, в качестве бонуса будет, да? Это будет в качестве бонуса, а все-таки мы с вами подытожим, что там происходит с вашим товарищем. Мужчины, конечно же, загадываете, задумываете ваших дорогих женщин. Сейчас посмотрим, что он там и как он, как они ваши половинки. Может быть, вам просто нравится человек, у всех разные ситуации. Напоминаю, это общий сеанс. Никаких претензий. Можете только благодарить, подписываться на канал, ставить лайки. Это помогает алгоритмам YouTube продвигать мою и видео, и канал, естественно, и что моя работа для вас оценена. И я благодарю вас ответно за ваши донаты, дорогие, за ваши подписки, пальчики вверх, естественно, да, за ваши комментарии. Просто потрясающие взаимности вам сразу. Вот прям сразу взаимности. И приступаем. О чем идет речь? Ой, вы знаете, здесь встреча должна у вас быть. Вам с этим человеком по пути, с ним хорошо общаться. И здесь взаимная страсть. И вы его ждете в своих пенатах. Он вас, может быть, тоже куда-то хочет пригласить. Речь идет о встрече, о сотрудничестве, о прекрасном взаимодействии с этим человеком. Давайте посмотрим, что у него. Что у него сейчас происходит и вообще, и как он с другими общается. Девочки, если человек не свободен, может быть, там, кстати, жезловый вышел. Может быть, да, можно будет вопросик задать. Вот, ну, так вы можете индивидуально, конечно. Итак, что у него в общем и целом сейчас происходит? Во-первых, он выбирается из некоего сплина, тогда, когда у него уходила энергия куда-то в прошлое воспоминание. Был период, когда, ну, какие-то сожаления, возможно, были, или он сравнивал кого-то с, может быть, с вами, может быть, просто. Знаете, когда лучше, когда небо было голубее, снег был белее, вода была мокрее, да. Вообще, вот, может быть, когда была вообще юность, когда действительно было меньше стресса. Сейчас очень много стресса у нас вот на это, да, направлен наш сеанс. Плюс ко всему, кстати, расслабьтесь, идет у меня подключение к энергопотокам, это уже еще с основания моего канала и происходит автоматически. Я работаю с энергиями и вообще практика, дорогие, чистки разного рода, целительские практики. Обращайтесь, чем могу, помогу. Так вот, расслабьтесь и сейчас получаете еще плюс прекрасное состояние и релакса, и энергии. Можете, у кого как пойдет, но вообще люди, что излучаем, то и получаем, да? Если вам не хватает радости, получите эту радость. Если вам не хватает спокойствия, будет спокойствие. Не хватает любви и отношений, все у вас будет, да? Потихоньку, помаленьку, главное сгармонизироваться. Даже если информация идет не та, которую вы ожидаете, относитесь к этому ровно, спокойно. Должен быть инсайт у вас, он вам поможет, это выход, какое-то озарение, да? Главное, что как вы к этой информации отнесетесь, и, возможно, у вас будет как раз-таки переходный момент, который может такой квантовый, да, скачок случиться прямо на сеансе, и вы обретете свое счастье. Дорогие, значит, что он сейчас, на данный момент, хотел бы?
чего бы он хотел. Ну, нам, во-первых, показали некую жезловую королеву, активную красотку, которая очень самостоятельно знает, что почем. Есть даже некие у нее дарования и по части магии, и по части интуиции. Очень необычная женщина. Он ее уважает, скажем так. Это может быть и родственница. Во всяком случае, да, если есть сейчас какие-то проблемы, может быть, там что-то надо маме помочь и прочее, но она у него активная сама по себе, стойкая женщина. И что хотел бы он, и чего бы он хотел... Кстати, это можете и вы быть. Вы сами почувствуете, да, вы знаете вашу ситуацию, почувствуете, кто это. У кого-то бывшее, может быть, или настоящее. Сосредоточьтесь и постарайтесь уловить. Информация важная сейчас идет. Итак, хотел бы он хотел бы командировочки какую-то куда-то съездить, вот, возможно, встреча. Это может быть и некий отпуск. Возможно, отпуск. Может быть, и не с вами. Вот. Но он хотел бы встречи с вами однозначно. Возможно, ему нужно вырваться и к вам. Может быть, он вас вспоминает. Возможно, если у вас уже были встречи, потом вы расстались, и сейчас опять планируете, у многих бывает такая ситуация, да, то он, значит, он о вас вспоминал. Он прекращает, он хочет реально встретиться вот в этом случае. Итак, давайте посмотрим, что у него по энергетике. Головушка вообще, чем сейчас занята? Вот прям его мысли. Просто мысли. Два аркана. Во-первых, это новая работа или заработок. Это дела. Это улучшение отношений. Тоже работа над отношениями. Если хотите, то это тоже сюда входит. И еще семерка мечей. Конечно же, здесь что-то сопряжено с предательством. С тем, что человек доверяй, но проверяй, девочки. Он одним ухом верит, другим он перепроверяет. Наводит справки, возможно, о вас или о ком-то. В общем, в некоем стрессе, да, находится. А что он думает о вас? Вот это его вообще вот в голове то, что да, давайте, что он о вас сейчас? А здесь король пентаклей появился. Может быть, он думает, что вы не свободны? Дорогие, вы идете у него по десяточке кубков. А вас он думает, что здесь приятное во всех смыслах и во всех отношениях. Ну, здесь даже, вы знаете, если бы вот эти вот его финансы, его стабильность и ваша самодостаточность, ваша харизма, ваши способности, интеллект, вот что хотите, чем вы можете блеснуть. А может быть, вы ничем не хотите блистать, вы сами по себе хороши, и все. Вот такая, какая вы есть. Ну и вот здесь, смотрите, честно, мирком, да за свадебку, душевно. Он ждет и радуется встрече. Он хотел бы сделать вам подарок. Он вообще хотел бы о вас заботиться. Что он думает о своем ближайшем будущем? Ну, посмотрите, несправедливость какая-то по отношению к нему. Он зациклен сейчас и проходит некие трансформации, не может их пройти. У него немножко здесь день сурка, он спотыкается и натыкается на грабли, на собственные. Не может он уравновеситься, он не может взвешенно принимать решения. И в будущем, знаете, у него пока какое-то оно нестабильное. Вот здесь аркан смерть. Здесь все-таки это трансформация. Все старое, то, что отжило, чтобы ушло, нужно, да, и принять новую реальность. Вот ему сложно это сделать. Идут два старших аркана, дорогие. Но, возможно, вот этот стресс, да, который навеян событиями повседневной жизни, скажем так, и то, что происходит в целом и в мире, вот все это дает некий напряг. И, конечно, ему хотелось бы вот такой хорошей, надежной трансформации, чтобы все-таки произошло какое-то обновление. Хорошо, давайте по сердечку спросим, что у него вообще на сердце сейчас, в данный момент? Что у тебя в данный момент вообще на сердце? Дорогие, здесь звезда, здесь все-таки о будущем он думает, там, где будет хорошо. И причем здесь императрица еще плюс. Но будущее он знает, но он не знает, кто будет с ним рядом пока что.
И, очевидно, он еще не нашел ту самую. И он еще выбирает, подбирает, подбирается, да? А, дорогие, он мониторит, он изучает вас, он изучает вообще в целом женщин, людей. Его сердечко к вам. Ну, здесь рыцарь жезлов, во-первых, его сердце заполнено еще и страстью к вам. И, во-вторых, посмотрите, восьмерка мечей перевернута, вы даете ему мотивацию. Вы его как бы вырываете из повседневной лени, из повседневной суеты, из вот этого стресса даете мотивацию. Вы снимаете с него какие-то ограничения, как будто бы. Да, вот он ограничен, а вот эта тяга к вам, страсть к вам, желание с вами встретиться, насладиться обществом друг друга, оно дает ему и сил, и... Немножко его даже оздоравливает как-то, улучшает его моральное, эмоциональное. Про любовь он пока не говорит, но видите, да, как у него, вот это, что у него, это у него сердечное. И на ближайшее будущее, что у него по сердцу? Ой, ну здесь, конечно, смотрите, созависимость, искушение. Здесь его начнет метать, ему придется вот так вот лавировать, чтобы резко и не обидеть. Обстоятельства будут такими, что по сердечку, конечно же, будет хотеться, наверное, всего. Может быть, и на двух стульях удержаться между кем-то и кем-то, да? Вот мы говорили, кстати, у кого треугольники. Можно, конечно, спросить. Давайте спросим, кто там у него, ежели есть. Вот смотрите, пятерка жезлов. Дорогие, это конкуренция. То есть есть, и, может быть, даже не одна. Он выбирает, но нельзя сказать, что он такой прям неразборчивый. И что там, вот здесь все ненадежно. А с другими он не желает строить отношения плотные, потому что он считает, что его и по деньгам там разорят, а может быть, он уже кому-то это вкладывается. А, но и тем не менее мы не видим о серьезности плотных намерений, да, чтобы создать прям семью, семейные отношения. Или он хочет уйти, или уже ушел, если у него были какие-то отношения. И давайте теперь его дела, его поступочки посмотрим в общем и целом к вам. И еще антистрессиком потом. Немножечко релакснемся. Давайте его пути дорожки, куда смотрят его ножки в общем и целом. А вот смотрите, он стоит на месте, он не знает, как, какой шаг сделать первый. Вот в общем и целом он еще каких-то важных шагов как раз таки и не делает. Смотрите, он находится в выборе, в фантазиях, в иллюзиях каких-то. Он придумывает прям себе. И то хочу, и это хочу. И пятый, десятый шаги пока... Вот конкретики нет у него, да? Он немножечко на таком пока, на ложном пути. Но пусть пофантазирует иногда. Это говорят, что выводит как раз таки к чему-то серьезному в реальной жизни, да? Когда пофантазирует, пофантазирует, лишь бы только не заигрался в это. Дорогие, к вам. Он там встречи хотел, что там? Все при вас. Вы видите, колесница при вас. Здесь большие, широкие, красивые действия, большая дорога, пути дороги у него открыты или откроются в ближайшее время. Эта встреча, это и какой-то новый скачок будет. То есть вы как-то перейдете из одного состояния в другое. Может, вы просто общались, переписывали, вы встретитесь. А если вы встречаетесь, то значит, тут уже, может быть, будете парой. Может быть, вы пара, следующий там уровень решит, что дальше, ЗАГС. А потом, а может быть, уже совместное проживание и разговор о детях там и так далее. Ну, или внуков совместно воспитывать, да, что еще к вам? Вы знаете, вот здесь ситуация хоть и жертвы, да, с оттоком энергии, но здесь два старших больших аркана, и нужно сказать, что здесь просто вам как из ситуации выходить, как помощь, наоборот, аркан повешенный. Это значит, что нужно не обычными путями, не по наторенной дорожке, здесь нужны какие-то эквилибры, какое-то нерациональное мышление, да, иррациональное даже немножко, но казалось бы. И тем не менее, иногда, когда человек что-то делает, казалось бы, не по правилам, не так, как все, и он оказывается в фаворе, да, и что-то новое открывает. То есть вот здесь такой немножко даже первопроходец. И еще пути дороги на ближайшее время для него, что там. Дорогие, ну пустая карта, пустой аркан, во-первых, неизвестно. Будущее скрыто. И еще все-таки. И здесь перевернутый паж пентаклей. Дорогие, вот здесь на будущее пока нельзя. А, смотрите, как все замечательно. Я очень благодарю свои арканы.
я их очень люблю. Посмотрите, Паш Пентакли перевернут. То есть он мало того, что, видимо, деньги еще не на все ему хватает, то, что он хочет. Потом выбор-то еще не сделан, да, потому что у него желание громадье. Но с вами должна быть встреча. Причем при таких обстоятельствах, когда даже если нет возможности, он выкрутится, он должен как какой-то волшебник взять и фокус, да? Хоп, и кролика шляпа. Раз, и цветы. Хоп, и колечко. Ну, вот так. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Давайте тогда еще по антистрессе. Девчата. Вот смотрите, вот эти малахи, да, вы настраиваетесь. Давайте так, что бы этот мужчина вам хотел сказать? Сейчас бы еще почему не позвонил, не написал. Может, другая тема будет? Давайте, что бы хотел сказать. Выбирайте голубой, фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый. Дракулиты. Вампиреныши. Динозавреныши. Антистрессики. Антистрессики. Выбирайте своего антистрессика. Можете разных, пятерых, всех разных. А можете все слушать, девчонки. Все. Просто для себя выделите, что хочу первое, что хочу второе послушать, что для меня важно. Или в любви фиолетового, а в поступках оранжевого. Ну и вот. И что он хочет сказать. А давайте. Что ты хочешь сказать, девушке? Женщине, которая тебя спрашивает. Антистрессик. Итак, оп, упал. Зелененький, самый нестойкий, валяется. Голубенький первый. Красивенький какой. Особенно цвет. Итак, что ты хочешь сказать той девушке, которая спрашивает о тебе? Девчата, он говорит, что он очень стабилен, но сейчас он, скорее всего, либо денег занял, либо ждет что-то, какое-то поступление, но у него большие удержания финансовые, и ему нужна стабильность, он пока не может что-то вам предложить, дать, вырваться из замкнутого круга он не может, он крутится, как белка в колесе, но он пытается, он старается. И у него нет сейчас чувства собственничества. Хотя оно может появиться ревность даже. И он привык, чтобы все было как-то размеренно, но, скорее всего, с вашим приходом в его жизнь он хотел бы что-то поменять. Вот что вам говорит уважаемый голубой динозаврик. Кто сиреневенького загадал? Ну, или просто слушайте, да? Что этот ухажер хочет сказать вам? Ой, дорогие старшие арканы, иерофант. Вы знаете, если он сейчас не готов сделать вам предложение руки и сердца, то в будущем вполне возможно. И человек, может быть, сейчас он еще не осознает, какую роль привносит. Этот человек для вас как учитель. И не сейчас, не сразу это откроется, через время вы поймете, а он поймет свою миссию. Но это опять же не значит, чтобы мозг выклевывать. Нет. Но здесь человек какой-то правильный. Даже если он ведет себя изначально не так, через какое-то время он будет зом возьмется, скажем. Это хороший партнер, товарищ. Это как человек, который может вас обнять, понять, и вы вместе можете помолчать, и вам уже будет хорошо и легко. Хорошая энергия, хорошая, прекрасная энергетика. Но иногда его может заносить по части неких догм. Вот на это надо обратить внимание. Ну, знаете, у всех свои недостатки. И карта все-таки союза. Может быть, это и венчание даже может быть. Ну, вообще хорошее. Хочется сказать совет да любовь. Хочется сказать. Может быть, вы этого и не ищете, да, хотите чего-то другого в отношениях. Зелененький. Ну, вот пока показывает так. Все-таки что-то нужно делать по правилам. Что ты хочешь сказать, зелененький антистрессик? Той девушке, которая спрашивает о тебе. Большую любовь несет этот антистрессик вам. Здесь большие шансы. Просто наполнение любовью, эмоциями, радостями, желанием, вот,
как сообщающиеся сосуды, да, переливаться вот эту радость и энергию, дарить любимому человеку. Вы должны быть сами искупаны этой волшебной, прекрасной энергией, энергией любви, энергией высоких, красивых эмоций. Здесь шанс, который, в общем-то, пропустить, ну, нельзя. Нельзя. Надо брать некий шанс, да? Вы не просто достойны любви и счастья, и вы достойны быть любимой. Вот. Тут, ну, не знаю, прекрасно, дорогие. Желтенький, иди сюда. Давайте посмотрим, что он вам хочет сказать. И вот эта идея антистрессовая, дорогие, чтобы на другой канал перенести, скажите, как вам она. Дорогие, здесь восьмерка пентаклей, здесь развивающиеся отношения, улучшение отношений. Возможно, здесь какое-то новое дело, которое будет длительное время приносить удовольствие, радость и финансы, и это будет шаг за шагом. Вот что он вам бы хотел сказать. И вообще надеяться на новизну ваших отношений. Если вы уже давно вместе, то надо что-то привнести. Он готов что-то менять, но идти с вами, да, только как-то видоизменяться. Потому что даже если поднадоело уже, но расставание здесь быть не должно. Здесь, наоборот, нужно укреплять союз, но, опять же, идти не резкими скачками, а хорошо, постепенно, может, это кропотливая работа, работа над союзом, над отношениями, да? Но он готов это делать, а также зарабатывать. Возможно, что-то новенькое ему предложат еще и по карьере, по карьерной лестнице. Может быть, повышение, новое дело, какие-то предложения симпатичные. И наш симпатичный оранжевенький антистрессичек. Такой лапуля, девочки. А здесь, ну, смотрите, у вас одни старшие арканы. Любовнички, любовники. И, знаете, вот выбор. Сейчас нам практически во всех вариантах подсказали, что, девчат, ну, немножко надо терпения набраться. Оно будет хорошо, обязательно. Сейчас уже хорошо, должно быть только лучше. И вот здесь должен быть сделать выбор. Сделан выбор. Мужчина на выборе. Тем не менее, здесь также совет да любовь. Аркан очень светлый, очень замечательный. Просто нужно здесь либо притереться вам надо, да, еще друг другу. Возможно, здесь, да, кроме притирки характеров, еще и принятие решения, что и как, с кем и куда. И тут побеждает любовь. Вот если эта любовь есть, есть чувство, конечно же, ваша от вас никуда не уйдет. Ну что, ура! Всем, дорогие, взаимности. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на магию, психологию, Таро, это второй мой канал. Информация есть под видео, в телегу записывайтесь, там у нас замечательно. И до новых встреч. Пока-пока.